происходит? Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу затронуть проблему. Проблема, которая касается, как ни крути, большинства рыболовов нашей страны. Это браконьерские сети. Ловить очень скоро будет просто нечего. Есть с чем сравнивать. Рыбалки 15-20-летней давности, когда еще не было повальной продажи китайских сетей. На территории Ленинградской области уже много лет стоит вопрос о браконьерстве на водоемах. В частности, о запрете свободной продажи рыболовных сетей. Если рыболовные сети убрать из свободной продажи, это кардинально ограничит попадание их в руки браконьеров и улучшит сохранение массы рыбы, ее размножение и количественный прирост. Таково мнение сообщества сознательных рыболовов-любителей Лужского района. Сети – это проблема нашего края, проблема всей страны. И чтобы бороться с ними, нужна команда, в одиночку невозможно. Поэтому призываю всех рыболовов-любителей объединяться в дружины и проводить профилактические рейды. Также прошу максимальный репост этого видео. Может, вот рыба на нерест сюда заходит. Органов. Пытается, и по крайней мере. Не доходит она. Всем спасибо. Потому что она вот вся вот в этой... Все в сетях, все проходы. Все грязно. Ну, одна он. Одна. Да? Вообще нихуя. Да? Старая, да, еще какая-то. Да, ну там все по шуткане не было вообще. Не, нету. Сам себя пойму. За ногу привязан, говорит. И кто же оттуда взял? Там? Вот там. Да? Все, вот так, от него-то я так хотел. Нам он масит, здесь еще одна лодка выходит. Коля, значит, поработаем, ребята. Антибреки. А, да, я не знаю. Смотри, лед проткнешь, Вася. Только здесь мешать один стар. Здесь были вы? Нет. Надо идти там. Давай. Рома пошел. Так, привет, давайте работаем.
Вот они сейчас. Посередине. Ох, какая щучина. Вот это щучина. Вот это щучина. Живая ты, мамочка, не живая. Блять, икры набита, блядь. Охуеть, так, нож где он? Пасть намотала. Пасть намотала. Сейчас мы тебя подождем, аккуратненько. Ой, ты, бля. Дурочка, сейчас я тебя отпущу. Сейчас, подожди, ты же должна быть. Ты же живая должна. Даже надо почистить все, блядь. Ах ты, блядь. Пиздец в жабрах, нахуй. Веревка, блядь. Пиздец. Жрать не сможет. Все, плыви, дорога. В ней вот за пятеру. Пошла. Молочник. Живой ты молочник еще. Таким вот ножом лучше всего. Плыви, плыви, плыви. Давай, давай, очухивайся, брат. Очухивайся. С этой стороны все. Мы туда вернемся. Пушки какие. Что это? Что это? Шарами. Все, все, беги. Пошел, пошел.
надо снимать, надо. Надеюсь, нашу акцию поддержат во всей стране. Все рыбаки, кому не безразличны. Будет тут еще рыба или нет? Можно лодку проткнуть, блядь. О. Почти все получилось. Потом вот удивляются, рыбы нет. Пяси нету. Тоже бывает со спиннингом плывешь, места все красивые, а рыбы нет. Вот вдоль этого берега, смотрели? Да. А? Я не знаю, я вот здесь не плавал. Соблазн всегда есть, рыбу всегда есть, рыбу взять. Лукавый проверяет. Загораживали, видать. Заводили, блядь. Так, я чувствую, просто достать эту, блин, сеточку-то. Думали, от Романа Алексеевича сечура уйдет. Реально. Роман Алексеевич, что делать? На все 100%.
Зимич живой. Живая. Подожди, я тебя отпущу, мамочку пойдешь искать свою. Мамочку свою найдешь. А? Все, сейчас пойдет мамочка, воткнет на какой-нибудь. Или бобер был? Видел? Да, я видел. Я вот не понял, это щука или... Говно это, блядь. Много, ну что там? Костер обложили мы еще лесом, чтобы наверняка ничего не осталось из домов, которые мы тут представляем, что верить. Решили сжечь все до конца. Наложили его. Вот так закончилось.